Привет. Мне надо очень быстро себя привести в порядок. Вот я весь день ходила не накрашенная, у меня на лице жирный блеск, и мне надо что-то с собой сделать, чтобы привести себя в порядок ближе к вечеру. У меня также не покрашены ногти. Чем я сейчас и займусь? И хочу на это потратить минимальное время, очень мало. Беру свое волшебное суперзеркало. Показывай, что у меня в косметичке, Кларенс. Чего я начну? Так, с чего я начну? Я не буду ставить ни тональный крем, ни консилер с базой. Я поставлю вот эту обычную пудру на лицо, чтобы убрать жирный блеск, который есть за целый день. Вот такая вот сухая пудра убирает жирный блеск с лица. Я ее наношу на глаза, на лицо, нос. Я везде быстренько по всему лицу наношу пудру. Пудра сухая. Вот такая вот я и пользуюсь. Здесь немножечко осталось. Но очень хорошая пудра. Maybelline, кстати. Ой, Эвелайн, я перепутала. Косметика у меня разная, и я их часто путаю между собой названиями. Налаживаю пудру. Убирается жирный блеск с лица. Жирного блеска нету. Жирный блеск убрался, лицо выровнялось. Итак, привести надо себя в порядок очень быстренько. Беру вот этот карандашик, макияж под вечер. И крашу слизистую на верхнем веке. Хорошо подкрашиваю. От нее карандашом делаю стрелочку. Стрелочку сделала. Так, беру подводку Rimmel. Макияж мне нужен очень быстрый. Потому что мне надо еще покрасить ногти, и мне на это нужно очень минимальное время. То есть мне не надо долго ждать и краситься 3 часа. Все, сделала стрелочки. Беру тушь для ресниц вот эту вот свою золотистую. Ой, серебряную. Быстренько закрашиваю реснички. И подкрашиваю реснички нижние. Так. Здесь подкрасили. Пусть немножко подсохнет. Я потом еще раз пройду с тушью для ресниц. Сейчас я покрашу губы. И точечными движениями нанесу помаду. Помада мне много не нужна, только точечными. Помада насыщенная. Поэтому помады мне много не надо. И докрашиваю тушью для ресниц. Мне надо очень быстренько себя преобразить. Больше мне в макияже ничего не нужно, только немножечко преображения. Потому что весь день я ходила не накрашенная. У меня на лице был жирный блеск, но его не осталось благодаря пудре. Так, вроде как преобразилась. Уберем излишки. Потому что излишки не надо. Итак, макияж очень быстрый. И будет видно, что неаккуратно покрашено и некрасиво.
мне не нужны вот эти излишки на глазах. Так. Подкрасилась. Еще раз тушь и корректирую. Оф, вот эти брови меня, конечно, во все стороны. Есть средства специальные, но я себе еще не приобрела средства для бровей, потому что, слава богу, у меня не так сильно брови мотаются на ветру, то есть сойдет. Так, преображение сделала. Быстрый, красивый, легкий макияж. Покрашу ногти. У меня на ногтях остался следы от голубого лака, поэтому я беру свой лакоочиститель и вытираю все остатки. Макияж быстрый. Макияж под вечер и очень быстрый. Мне много макияжа не надо. Все, повытирали. Ногти я покрашу вот таким лаком. Цвет слоновой кости. Ногти также нужно быстренько покрасить и преобразить. Чем и займусь. Ногти тоже быстро крашу. Мне надо это максимально быстренько все сделать, чтобы я была красивой. Так, 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 так. Ой, у меня появились излишки на ногтях, но ничего страшного. И что-то с моими волосами во все стороны. Вот такой макияж быстрый, когда торопишься, бывает. Пусть подсохнет, излишки я потом вытеру сама. Излишки мне не помеха. Так, ногти я покрасила. Макияж я нанесла. Вот что у меня получилось. Получилось все за 8 минут. Ногти, глаза, губы. В общем, все окей.